В Минске завершились переговоры контактной группы по Донбассу. Документы по итогам встречи подписаны не были. Напомню, консультации должны были пройти еще накануне, но так и не состоялись. Среди участников – спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тель-Явине, посол России в Киеве Михаил Зурабов. Киев представлял экс-президент Украины Леонид Кучма. Правда, на каких основаниях? Непонятно. Украинская сторона так и не представила документов относительно его полномочий. Донбасс представили полпреды народных республик Владислав Дейнега и Денис Пушилин. По итогам встречи они заявили, готовы вести переговоры, но не соглашаться на ультиматум.